Ну просто если она выиграет, она в топ-1 Алена даст. Алена даст, отлично. Это популярность. Остальные, что ты расскажешь про своих украинских братьев? Расскажи пожалуйста. Ну смотри, ГЗ... ГЗ серьезный, товарищ. Они почти выиграли ДТС, когда они еще были. Еще когда. Ну, в принципе, тут два игрока у них из Чернигова. Нет, три. Вот. Два игрока из местного клуба. Вот. Из арены, которые играют тут. Потом, смотри, кто еще? Ну, АМСИ и команда банда, тоже нормальные. Да. У них, правда, веселая история приключилась. Должен был приехать российский игрок. Вот. Который Blood Angel? Да, да. Который... Он перепутал поезд. Да, он купил билет уже... не из Москвы, не из Москвы, а в Москву, находясь в Москве. В общем, он не из Москвы, он из Брянска. Я знаю, он приехал в Москву и купил билет Кишинев-Москва. Это настолько уникальным дотером надо быть, я не знаю. Давай про другие местные команды. Вот это не очень понятная группа. Тут ДВТ никаких проблем не испытает в группе H. Мы можем подержать. Да, давай. Вот так вот я буду вам вводить. Вводить этой прекрасной штукой. Вводи нам. Ввожу вас в дело. В группе H, ДВТ и, наверное, не знаю, тут будет серьезная борьба. Как прогнозы? Я думаю, что... My own skill. Конечно, я тоже думаю, конечно, что... Конечно, конечно. My own skill. Вот. Здесь у нас в группе G, соответственно... Мне очень нравится название DM. Нет, ОЕ, ОЕ и DMT, скорее всего, выйдут. Как же мим? Мим, а не мим, но, к сожалению, пара букв в этой ситуации очень сильно меняет разницу. Да, они знакомятся не с создателями, а с мамами. Да. Вот, потому у них ничего путного не выйдет. ГЗ непонятно, кстати, хочу сказать. Не, ну ГЗ, в принципе, то есть как бы... Не, а кто второй? Из группы... Нет, а кто второй? ГЗ-то да. Были бы видны составы, да, я состав, бы понял. Тут основной состав, потому что, видишь, даже человек, который на Украине, как бы, да, варится в этой каше. Как они там друг друга назвали? Захотели, кинули монетку. Вы их ненавидите за это? Нет, почему? Мы обожаем. Это же... Это же надо было видеть состав. Волеизъявление народа, ты пойми. Вот ты читаешь и сразу понимаешь, что с народом происходит. Вот, вот Алена даст. Алена даст. Да, вот ЛПП, Т-16. Ну о чем эти люди? Ни о чем, просто буквы придумали и все. Главное, софт есть. Паукан. Паукан, опять же таки, тоже желание. Второе место. Нет. Да, да, мы за Паукан болеем. Вообще он может выиграть М5, там надо серьезно. Лост уже начал потеть на заднем плане. Ну и все. А тут без происшествий. Ну да, то есть как бы ТР, в принципе, хороший состав сейчас. Единственная проблема, французы могут сейчас из-за косячков с оборудованием, то, что у них было пару рестартов. Да, они играют с моими знакомыми как раз. Ну вот, раньше двое из них играло в ЕГЭ. На самом деле, еще 2 часа, 2 с половиной, и уже все будет легко и непринужденно. Да, да. Когда вы будет плей-офф, и там все будет пара слов. Так врут просто борода. Не работает ничего, все ломается, Горена ломается, судей нету. Лучший клуб Европы. Ничего не работает. Команды голимые, судей нету. Вот не приезжайте нас. Чистый да ладно, я шучу, все отлично, все игры транслируются, все комментируется. Вообще я и курить шел. Все, всем спасибо, следите в интернете за новостями.